Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афро Манго Мукбанго. Доброго времени суток. Ну что ж, у меня очередная шаверма. Самодельная. Домашняя. Домашняя. Напишу описание, что какие ингредиенты в нее входят. Ну а как же без этого? Положено. Угу. На улице такие не потеряли. Да, это точно. Я точно вам не сказал. Ну, как мы уже говорили, что... Да. Ну, повторить тоже не. Чтоб не повторять. Не будет, если повторить. Угу. Она всегда вкусная. Очень вкусно. Да. Да.
Так я песок высыпала вчера. Добавила, в смысле, остатки. Ты помнишь, когда это у нас лагерь-то пионерский закрыли на ремонт, что ли? И мы в другой лагерь поехали. Помнишь? Это вообще было в советское время? Да. Строитель, по-моему, лагерь. Он дальше. В следующем поселке был. Ремонт не закрывался. Да? Ну, что-то такое было. Было все время от прибоя. Да. Нет, я помню, был какой-то год я не ездил, но поехал в этот строитель, поехал, по-моему. Там, где... Ты имеешь в виду вот там, эта самая воспитательница, которая была, которая фамилия на что-то Добрина или Добрынина. Это дружба лагерь был. Дружба. Во Всеволожске. Я помню, туда на автобус ездила. Угу. Ну, не знаю, мне такую путевку дали. Угу. А последующий был, за все время был прибой. По-моему, один год я там был. Где на самокате научился, да? Там на велосипеде, на самокате, да? Не, на велосипеде я прибой научился. А на самокате в дружбе. А все время тебе день рождения отмечали тебе. Угу. Пироги, наверное, пекли, да, вкусные? Да, там много, но не только я был. Много именинников, да. А-а-а. Был же день именинников там. Да. Ну, на месяц там составляли. Угу. А, список. Детей, которые... Не, мероприятие на целый месяц. А-а-а. И там был день именинника, один, по-моему, день. Или два, не помню. Угу. А, нет, один. Все, кто в этом месяце родился... Всех тогда это самое. И поздравляли. Да. Ну, ты родился в начало лета. Угу. Поэтому тебя первым поздравляли. Ну, вкусненько. Угу. Да, мне тоже понравилось. Вкусно. С чесночком, с луком. Угу. Красота. И красота, и вкуснота.
вкусно, вкусно, вкусно. Лет еще чуть? Да. Погорячее? Угу. Угу. Половинку налей. Половинку? Угу. А чего так мало? Потом лаваш сухомятку будешь доедать. А, да? Конечно. Не, я сразу сейчас начну. Ничего не начинаю. Давай чем чуть-чуть. Смесь заварим. Угу. Когда вкусный чай, тогда ты не можешь. Когда не вкусный, по 3 кружки, по 4. Нужный человек, да? Угу. Потому что без воды человек не может. Угу. А без чая тем более. Угу. Аккуратно, горячий. Ну, много не клади, потому что будет лаваш сладкий. Он и так сладкий. Ну, не надо еще больше сластить. Потому что там один лавашик с этим самым. Как с красным перцем. Угу. Ну, я так посыпала для вкуса. Угу. Пас. Перченый лаваш. Можно тарелочкой ты будешь кушать. Угу. Так. Тебе будет удобнее? Угу. Тебе надо было ближе кресло пододвинуть. Угу. Ну вот так, все, хватит. Ты слишком близко. В этом лагере, я помню, в этом строителе, был необычный лагерь почему-то. Корпуса отдельно, а эти отхожие места тоже отдельно. Странно. Почему странно? Такой лагерь. Я просто дело в том, без санузлов. Там это, я понимаю, там дачки деревянные. Кирпичные, да. Ну, не знаю, так строители построили, значит. Почему странно? Это не странность. Это не от тебя зависит. Ты давал добро, чтобы так было. Ну так вот. А чего говорить того, что ты не делал и не говорил? Понимаешь, в каждой организации, как говорится, свой начальник. Угу. Так вот.
И начальник свой берет. Ну какой лаваш вкусный? Тот первый или вот этот? Ну тот тоже вкусный. Тоже вкусный? Не, оба вкусные, да? Да. Не, ну просто дело в том, что в одном лаваше перец и лук, ой, перец этот самый, лук и чеснок. Угу. Вот, а во втором лаваше перцы, только перец красный. Угу. А лука и чеснока нету. Так что вкус разный. Красный перец горький, не болгарский, нет, не сладкий. Горький перец. Ты подумаешь, что болгарский перец. Болгарский перец тоже красный есть. Желтый, красный, зеленый, красный. Много всяких сортов. Вкусно. У нас всегда все вкусно. Мы вот когда переключились на бутерброды, на лаваши, вот тогда пошла придумка, с чем сделать бутерброды. Какое, с какими ингредиентами, с какими соусами, с какими с каким хлебом, белым или с черным, или там это, или в пекарне. В пекарне немножко дороже хлеб и вкуснее его, чем на хлебозаводе. Ну, потому что там мензитер добавляет, но хлеб вкуснее. Может, молоко сухое добавляют в эти батоны семейные. Потому что он очень белый. И такой воздушный. Ну, вообще. Не сверлили же, опять сверлят. Без перекуса. Пока не насверлятся, не выйдут. Какую-то полочку забыли повесить. Или картину Рембрандта.
Я наелся. Все сытно, спасибо. Поужинали. Приходите на сладкий мукбанг, который будет в Польше. Да. Или на десерт. Тоже будет вкусно. Так. Ну что, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео, не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все. Мы с вами не прощаемся. Увидимся попозже. Говорю вам до свидания. Не до свидания. До следующего. Даже. Попозже увидимся. Да. Сегодня, попозже. Заходи, если что.